Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни, воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, а не знания света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение. Поездка в ближний город полагается эпохой в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главная – особенность характера, самобытность, без чего не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование, но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы.